Друзья, всем привет! Я хочу возобновить рубрику грантов, потому что эта рубрика очень была полезная, можно было брать оттуда много разных полезных колод, проходить как и гранды, так и в глобале поднимать кубки. В общем, ставь лайк, если хочешь, чтобы я эту рубрику ввел на постоянной основе, потому что в последнее время этих роликов не было, потому что, ну кто у меня гранды проходил? Токеринка и Фурия. Токеринка в последнее время что-то на 12 побед не тянул, а Фурия играл одним и тем же. Это лава-шар. Ну смысл про лава-шар снимать. А вот совсем недавно мне Фурия познакомился с одним игроком в Дискорде, кто был на стриме, помнит его, Алекс. И он очень круто играет, у него рекорд 6400, и гранды он вообще на изи проходит. И вот он мне сделал грант на 12 побед. Сейчас мы откроем сундук, я вам покажу колоду. Кстати, ребята, этот ролик, наверное, выйдет после того, когда выйдет ролик, который я запишу позже. Короче, хронология будет немножко другая, потому что здесь у меня золото есть, а в предыдущем ролике я его потратил. Вот, поэтому я просто его записываю раньше, потому что, ну, хочу его выпустить позже. Мне надо вот сейчас отснять этот материал, потому что я не мог пройти мимо. Колода очень крутая, реально. Смотрите, гигант с принцем и куча всего мелочи, мусора какого-то непонятного. Вообще нету больше ни одного танка. Нету никакого сплэш-урона. Вообще ничего нету. Да, наносит сплэш еще поизон, но тем не менее. Посмотрите, он выигрывал Пеку. Он выигрывал, я думал это лава-шар. Ну, шахтер шариком, ладно еще. Гигант, ну, короче, он 12-0 сделал. Он всех затащил. И Пек вообще на изи, смотрите, всех выносил. Мы сейчас посмотрим несколько повторов. Смотрите, вот. Ему Пека очень часто подбиралась. Мы сейчас посмотрим несколько поединков против Пеки, а потом посмотрим против Лава-Шар. Тут где-то был очень серьезный соперник. Вот, ребята, я его нашел. Смотрите, топ-1 мира. Эта колода вынесла топ-1 мира. Кстати, сделаю скриншот. Вот, у этого челика 7100 кубков практически рекорд. И он его этой декой нагнул. Ну, как вам не показать просто повторы с этой декой? Потому что и он даже голема с молнией нагнул он. Ну, тут ладно, с молнией там... Да я не знаю, я хочу все повторы смотреть. Давайте для начала откроем сундук, посмотрим, что с него выпадет. Так, 20 тысяч золота, 22 даже. Так, давайте быстренько открывать. И давайте легу. Блин, к сожалению, нет. И мне выпал зеленый вышибала. Я его буду так называть. Кстати, испытание у меня не пройдено. Я что-то думал, что мне его прошли, потому что я увидел себе карту, что она у меня уже открыта. Но если у меня карта открыта, нахрен мне это испытание. Хотя теперь понимаю, токены. Токены нужны. Токены очень нужны, я думаю, вам тоже. Давайте посмотрим сами повторы. Ну, надеюсь, вам интересно против топ-игрока мира. Ну, давайте для начала посмотрим один повтор против Пеки, потому что мне... Ребят, а прикол, я не могу посмотреть повторы. Я нажимаю смотреть, и меня выбрасывает с игры. Это, наверное, теперь, знаете, когда было всегда обновление, изменение баланса, всегда писало повторы недоступны. Сейчас они как бы доступны, но, наверное, это только визуально доступны, а на самом деле мы их просмотреть не можем. Но я знаю, что вы не любите смотреть повторы, поэтому смотрите, это все будет в реальном времени. Я сейчас беру эту колоду. Создаю грант, и мы просто проверим, на что эта колода способна. Но на самом деле, ребят, не отчаивайтесь. Если вы хотели посмотреть повторы именно от Алекса, как он с этой декой играет, и, возможно, даже его комментарии, давайте наберем 5000 лайков, я его приглашу в Дискорд, мы запишем еще раз с ним видос. Он пройдет грант этой же декой или любой другой, который вы попросите, с его комментариями, с его объяснениями, потому что... Парень очень круто играет, я думаю, что он может дать очень даже дельный совет, поэтому, ну, блин, реально, мы с ним тогда в Дискорде сидели, реально, парень шарит играть, поэтому, я думаю, если вы хотите тоже там, допустим, подниматься по кубкам, вы вот просите холдик, объясни некоторые моменты, которые не понимают большинство игроков. Ребята, да я не топ игрок, я не могу вам объяснить эти моменты, потому что сам иногда много чего не понимаю, поэтому... приглашу топ игрока в Дискорд, он прокомментирует свои атаки, расскажет про колоду много чего интересного. Но, пожалуйста, 5000 лайков наберем, и можете еще колоду попросить, какую хотите. Все, теперь давайте тащить. Я, походу, играю сейчас против Пеки. Я не знаю, как против Пеки, но он выигрывал. А, нет, это кладбище. Ну, давайте, я думаю, что кладбище мы задефаем. Так, здесь мега-миньон. И сейчас, если у меня получится все, я, может быть, даже перейду в контратаку. Может быть, но не факт. Ну вот, не факт. Да. Так, ну, мы немного урона пропустили, поэтому ничего страшного. Так, ставим еще раз надгробие. Давай. Найс, вообще просто. Все, ставим гиганта. Минус тамба. Поехали, гигант. Так. Ну все, смотрите, даже если валька кладбище будет, летучих мышей на вальку, на кладбище банду. Но вряд ли будет, он сейчас будет дефаться, да. Запускаем принца. Готовим сейчас поизон.
или не готовим Poison? Что делаем? Не, Poison готовим однозначно. Poison готовим. Я не боюсь атаки с кладбищем сейчас, и, потому что ему нечем будет делать атаку, так как все его юниты сейчас сдохнут на его же половине. Здесь летучих мышей запускаем. И разряд я, наверное, зря, блин. Да, и тем более неправильно я кинул разряд. Крутимся снова до Poison'а, потому что сейчас будет этот парниша нас давить кладбищем. Вот следующая карта у нас уже Poison. Так, ну давайте банда гоблинов плюс Poison. Ой-ой-ой, я кинул не Poison. Ну ладно, 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 я кинул не Poison. Задефаемся разрядом. Тупанул, ребят, тупанул. Это у меня часто такое бывает. Ну, хотел Poison кинуть, серьезно. Так, ставим гиганта. Наверное, надо было с другой стороны. Блин, ребят, ну я не умею этой колоды. Я, конечно, зря вот это свои онлайн-катки вам показываю, потому что это все бессмысленно. Так, здесь принц. Здесь принц. Так, давайте банду гоблинов сразу, чтобы уничтожить танка. Так, Poison сюда закидываем. Сюда закидываем Poison. Так, найс. Здесь мега-миньон. О боже, а как выиграть-то? Алекс, спаси меня, как мне твою колоду, ну, продемонстрировать с лучшей стороны. Ты-то классно, сделал 12-0, а вот я что-то вообще нет. Так, здесь банда. Еще Poison. Боже, я так неправильно играю против кладбища. Зачем я мега-миньона слил? Зачем я это все делаю? Я просто просираю эликсир, я это понимаю. Осталось не так много хитпоинта у нас. Так, забрасываем гиганта. Блин, я охренеть, я там неплохо так урона нанес. Мне кажется, сейчас будет атаковать слева нас он. Принца закидываем. Так, да, он будет слева нас атаковать. Так, здесь Poison. Надеюсь, разряда не будет. Валькирию быстро уничтожим. Так, быстро уничтожаем Валькирию. Так, отлично. Здесь давайте банда гоблинов. И второй гигант. Смотрите, что я делаю. Офигеть. Ни хрена себе, вот это у меня получается. Смотрите, уже второй принц у меня есть. Короче, это колода с быстрым циклом, я понял. Я только сейчас это понял. Poison, Poison. Ну, у него тоже, кстати, быстро крутится цикл, поэтому, возможно, сейчас он успеет прокрутиться там, да там были, да еще чего-то. Пока что не очень. Ну, как бы атака была крутой, но... сейчас будет вторая атака с кладбищем. У меня нет Poison'а, что делать, что делать? Так... Здесь принц плюс мега-миньон. Без танка много урона он не нанесет. Я ставлю гиганта вот сюда. Так, отлично, гигант есть. Он Poison слил, поехали. Сейчас дефаемся. Просто он... Эти, блин, мини-генераторы, жесть как... Так, разряд. Ну, блин, вы сдохнете, нет? Тычку, хотя бы одну тычку. Блин, охренеть, вообще не могу. Тамба плюс эти разряды. Разряды, ну, мини-генераторы. Жесть как дефают. Так, блин, блин, блин. А, я сейчас проиграю, тихо. Разряд. Да все, последняя атака осталась у него. Последняя атака, здесь давайте кинем свой яд. Блин, ну я проиграл. Или не проиграл? Я не проиграл! Чудо! Блин, я не знаю, ребят, на самом деле я уверен, что я тупил. Я уверен на 100%. Ну, мне понравилось, она охренеть как быстро прокручивает цикл. А ну, какой рекорд у моего соперника? Да ну, конечно, рекорд. Я уверен, что я тупил. Ну, давайте еще одну каточку. Фу, блин, жесть, охренеть. Робин. Знаете, в чем прикол, что тут очень быстро прокручивается цикл. Гигант, принц, можно просто спамить. Вы видели, я мог второго гиганта и второго принца. Но смысла в этом никакого, потому что, ну, принца очень легко дефать. Если бы с темным принцем связки, тогда да. Так, шахтер, наверное, быстрый. Здесь ставим тамбу. И, короче, ждем, когда сравняем эликсиры, потому что сейчас по эликсиру я немножко просел. Так, ну тут используем разряд. Хотя можно было бы и не использовать разряд. Скорее всего, это три мушкетера. Отлично, смотрите, тамба там урон нанесла. Так, ставим гиганта. Да, это три мушкетера. Сейчас накроем ядом еще. Принца или мегамуху закинуть, как думаете? Ну, смотрите, у него по-любому какие-то летучие мышки будут сейчас. Банда гоблинов, поэтому, ну, принц, наверное, не зайдет. Лучше, смотрите, лучше вот так вот, да, сделать. И вот так вот. Вот так вот, оп, отлично. Так, хорошо, здесь банда гоблинов запускаем. Готовим сейчас разряд. Вот здесь разряд, отлично.
Так, единственное, что сейчас будет Шахтер с этим, с ордой миньонов, но я буду, наверное, гигантом и мегамухой дефаться. Если у него эликсира, конечно, хватит. Так, ну, давайте мегамуху на мушкетера. Мегамуху на мушкетера. И подкинем гиганта. Ведь успел? Я успел, отлично. Готовим сейчас летучих мышей, поизон сливать не будем. Лол. Чё так тупо? Он так тупо выбросил орду миньона. Мне кажется, ему орду мух надо было кидать на мегаминьона, но никак не на гиганта. Короче, он затупил. Но тут, наверное, неопытный игрок у меня попался с тремя мушкетами, поэтому я его и выигрываю. Ну, ребят, колода серьезно, вот даже, понимаете, даже я с ней тащу, хотя я первый раз с ней играю. Я вообще не знаю, как нужно правильно с ней играть, и вот серьезно вам, вообще не шарю. И получается тащить, а Алекс сделал 12-0 плюс топ-1 мира игрока выиграл этой декой. Ребята, присмотритесь к этой деке, я вам думаю, она понравится. Так, здесь еще одно надгробие. Смотрите, я вот очень быстро кручусь. Вот мне очень нравится, что здесь быстрый цикл. Смотрите, я вроде слил поизон, вот у меня он уже опять есть. И, блин, несложно, вообще несложно играть. Очень легко. Очень легко, а когда быстрый цикл, всегда легко играть. Смотрите, подкидываем гиганта, и у нас и снова эликсир есть, у нас снова есть чем дефаться. Вообще, ребята, это охренеть. Давай банду я поизоном накрою. Да не будем поизоном накрывать. А, уже... Да не, не будем, не будем. Так, вот здесь поизон. Оу, май гад. Так, здесь так, здесь разряд. Оу, блин. Да выделывался, походу, я. Ну, ладно, эту вышку отдаем. Самое главное сейчас эту не потерять. Давайте, так. Там 14 хп, мы добьем разрядом. Сейчас просто самое главное задефаться. Самое главное задефаться и добивать поизоном. Поехали. Я же успею. Фух, господи. Три мушкета, они такие. Они могут в любой момент тебя пронести. Надо всегда быть начеку. Короче, я пока сделал 2-0. Я потом еще поиграю с этой декой. Если будет 12 побед, естественно, я результат запишу на видос. Короче, ребята, я этой колоде ставлю 5 из 5. Мне она очень нравится. Во-первых, дешевая. Во-вторых, с ней результаты хорошие были. Поэтому, если вам колода и видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь и ждите новые ролики. Их будет очень еще в скором времени много. Спасибо и до новых встреч. Скоро увидимся. Пока.